Гитара – культовый инструмент современности. Столько видов гитар, а классическая всегда будет занимать первое место по популярности. Если таким волшебством владеет настоящий профессионал, то душевные соло гитары можно слушать часами. Скромная, но очень талантливая группа GS предоставила такую возможность. Музыкальный вернисаж, который каждый месяц на протяжении 3 лет устраивает Государственный музей имени Костеева, объединяет разные виды искусства – от живописи до музыки, также открывает новые таланты. Так, в минувший октябрьский вечер алматинцы посетили мероприятие под названием «Гитары. Томные переливы», где смогли насладиться персональной выставкой Владимира Твердохлебова и услышать соло на гитаре. Произведения художника, автора знаменитого «Фонтана», «Восточный календарь» прекрасно дополняли музыку гитарных струн от лауреатов республиканских и международных конкурсов. Музыкальный вернисаж – это была идея нашего директора, профессора Гульмиры Шалабаевой, которая хотела сделать наш музей таким модным, интересным местом, куда бы ходила изысканная публика. Я рада, что сегодня у нас вот выступает дуэт GS или Зауре и Асан Нарбутаевы, их прекрасное выступление на концерте в фонде первого президента. Нам очень понравилось их выступление, и мы решили их также пригласить на наш музыкальный вернисаж. Обаятельный и очень скромный дуэт GS, как оказалось, совсем молодые исполнители. Они являются первокурсниками Академии искусств имени Жургенова. Зауре и Асан – близнецы, которые на протяжении 7 лет занимаются музыкой и уже не первый год на сцене. Мы с братом представляем нашу группу GS. Вместе уже выступаем 5 лет и рады тому, что нас заметили и пригласили. Это наш первый сольный концерт. К этому вечеру мы готовились около месяца, и в нашей сегодняшней программе есть и классические, и современные произведения. Приятно, что мы первые исполняем соло на гитаре в рамках этого мероприятия. Хотелось бы и дальше продвигать этот жанр, а также расти во всех направлениях музыки. Гитара – это так как-то необычно, нетрадиционно, но очень впечатляющая такая импрессия, такой звук, переплетение музыки, картин. И я вот всю дорогу, что сидела, слушала, наслаждалась и смотрела на картины. Причем такой разнообразный репертуар был у ребят, да, и классика, Бах и такие испанские мелодии, которые присущи гитаре, и наши казахские мотивы. Выступление дуэта «До мурашек» затронуло всех присутствующих. Асан и Зауре Нарбутаева исполнили произведения для гитары испанских, русских и казахских композиторов. На вернисажах, устраиваемых музеем, уже звучали различные музыкальные инструменты. Однако солирующая гитара была представлена впервые. Какой инструмент будет хедлайнером следующего вернисажа, пока неизвестно. Но радует, что с каждым годом гостей на подобных мероприятиях, любящих и ценящих музыку, становится больше. Айжан Канапина, Азамат Мадьяров, хедлайнер.